Всем приветствую, или всех приветствую на канале Рухингер, с вами Денис. Значит, прохождение у нас Готика. Топаем мы в старый лагерь для начала. По пути придется, конечно, нам еще кое-куда зайти, но это мелочи. Зайти нам придется в лес, почистить немножко монстров, потому что они остались, хочешь ты этого, не хочешь. А монстр — это драгоценный наш опыт, это наше обучение и так далее и тому подобное. Значит, в прошлой серии мы проходили лагерь сектантов. Там были послушники, там были все ребята. Принял я решение, наверное, все-таки я пройду Готику в этот раз за сектантов. Ни разу я не проходил за сектантов. Я знаю немножко, что этот как бы путь неверный, но все же хочу его пройти. А пока предлагаю почистить здесь все вот эти места. Хотя, давай-ка сделаем по-другому. Хотя нет, давай сделаем так. Вот. Все не нравится, все не так. Короче, я просто... Идея у меня в голове о том, что мне пойти сначала в старый лагерь. Закупиться там шмотом, ну хотя бы броню покупить получше, чем которая сейчас у меня. Вот, а потом уже сюда идти. Ну, я думаю, без этого я справлюсь как бы. Ну, должен справиться, по крайней мере, посмотрим, как это будет на практике проявляться. Ну, я думаю, падальщиков я же загашу, а 50 опыта будет лишним, нифига себе. Вот тебе и сколько? 4, 50, 200 опыта. 200 опыта на халяву, считай. На халяву прокачались мы с тобой. А кто знал, что будет так? Никто не знал. Так, идем дальше. Идем дальше искать неприятностей по этому лесу. Как раз здесь квестовый предмет заберем. Если он, конечно, тут лежит. В любом случае, путешествуем просто по миру Готики. И ищем всякие штучки-дрючки, которые нам помогут в прокачке. Да и, в принципе, опыт. Хочешь, не хочешь, нужен опыт. Опыт нужен нам как раз для прямого его назначения, чтобы прокачивать дальше нашего персонажа. Нашего крутого косить пошу. Или безымянного. Эти тоже все собирать, когда играете вот в эту игру, собирайте и по максимуму все. Это реально полезный совет, потому что... Ну, в принципе, можно и не собирать, ну... Просто... возможно, кому-то будет... Если ты новичок, возможно, тебе будет из-за этого немножко потяжелее играть. Хотя вот... Если смотря на то, какие здесь есть баги... А, ну нету, да, походу? Не заспавнился еще. Какие есть здесь баги о том, что можно, допустим, просто-напросто фармить то же оружие, покупать слитки, заготовки от оружия и, грубо говоря, фармить на этом бабки. То есть нафиг не надо ничего тут собирать. Поэтому я вот занимаюсь ерундой, по сути, своей. Собирая вот эти ресурсы, потому что, ну, просто-напросто они не нужны. Так, вон какой-то корабль там. Пока обхожу вдоль, не иду в сам лес. Хотя могу и в лес зайти, в принципе. По моим воспоминаниям, тут только волки, варги. Ну, в принципе, как раз те, кто может тебя убить. Ну, пока, в принципе, безопасно идем. Ничего такого, я бы сказал. Вот спокойный лес.
Не хватает единственное то, что яркости здесь. Но это обусловлено кронами деревьев, как по мне. То есть, если ты выйдешь в обычный лес, там тоже там будет не особо светло. Вон там волки находятся. Я, в принципе, думаю, потяну их. Три волка нанесли мне такой ущерб. Тихо, выйди. Ну что ты? В нем ничего нету или что? Ну что ты делаешь? Как его выбрать? Почему ты его не убираешь? Ладно, я понял. Сейф и загрузить. Какая-то неполадка техническая произошла, что-то не хочет его, не хочет волка убирать. Ага. Молодец, что ты там выкинул? Чего-то он там выкинул? Интересно мне знать. Монету. Ну, в принципе, бесполезную вещь выкинул. В принципе, все правильно сделал, господин. Так, что здесь вот это за пещерка или что это такое? Или проходик какой-то, куда он ведет? Чаще сохраняйся, а будет счастье. Главное не сохраниться на том моменте, когда в тебя летит стрела или что такое, знаешь, которое тебя потенциально убьет с одного выстрела. У меня такое было. Я скажу, это не очень хорошо. Так. Ну, падальщика мы осилим, даже волков мы этих осилим. Опа, вот это я уже не ожидал. А вот этого я уже офигел. Я как раз оружие убрал, и тут они наскочили со спины. Вот это я называю... Получил по шапке. Так, тогда еще раз достаем оружие. Надо как-то их прохитрить. Откуда они прибежали? Так, если мне надо, если я убиваю этих волков, мне нужно быть готовым, чтобы... Ха-ха! А их не обхитришь толком. А почему я не сохранился? Короче, у меня есть еще один вариант. Идем, значит, на берег. Из берега действуем. То есть непосредственно там, где они находятся. Давай, съешь голубики. Все равно бесполезная штука. Ягода просто. Ягода малинка. Так, этого мы загасили. Теперь предлагаю вот этих волков. Это не будет непросто. Ну ладно, попробуем. Нормально? В принципе, я доволен, можно даже сохраниться здесь. Мясушка, давай, гасани. Можно яблок поесть, чтобы дали плюс одну силу. Но пока мне не нужна плюс одна сила. Мне хватает, в принципе, того, что есть. А вон они и варги, о чем я говорил. Мух пока не трогать не будем, сначала положим... Вон того волка до конца уже добьем. Ворочий лист. Так, волк агрится. Мы идем на опережение. Ничего страшного, один удар пропускаем, как бы ничего такого нету в этом. Это даже нормально. Ну, не все же быть чемпионом по боям. А вот шершни уже можно понагибать. Ну, насколько они это позволят, конечно. А так, я думаю, мы за это... Тихо.
Мне показалось только, как будто кто-то бежит за мной. Надеюсь, не варги, потому что если варг за мной погонится, тогда сразу можно упаковаться по мешкам. Потому что эти сожрут и не подавятся. Еще волки. Был бы у меня лук, у меня он есть как бы. И я бы даже сказал, у меня очень хороший лук. Но я его не могу использовать в силу того, что мне не хватает выносливости. Хотя что мне стоит? Вон он, старый лагерь, просто дойти туда. Дойди туда. И на этом все, как бы. Пару очков кинь на выносливость, и будет у тебя счастье. Хороший лук здесь ценится. Хороший стрелок, я бы даже сказал. Ну слушай, я красавчик. Отхватил, конечно, но вытянул в любом случае. В любом случае я вытянул этот момент. Молодец. Тут много монстров на самом деле в этом лесу. За всеми не угонишься. Здесь должен быть и мракорист, если не ошибаюсь. Но пока что я вижу только кротокрысов. Достигнут тут. Вон тот парень, о котором крик и шорох. Вот он. Вот он даст мне просраться 100%. И как бы против него... Это что было? Как взаимодействие с деревом. Ты видишь это? Это что это такое? Первый раз такое вижу. Это что-то уже интересное, слышишь, господа, ребята, дамы. Это ж не просто так все. Взаимодействие с деревом, еще чего. Так, как бы мне вот этого обхитрить, парня? Свалим. Не, мракорис. На мракориса можно даже не посягать, потому что этот парень меня просто отлупит, как сидоровую козу. Ну куда ты полетела, дурочка? Ладно, пускай летит. Сейчас вернемся за ней. Мракорис, он по сути своей не страшный противник. Вот его бы, знаешь как, его бы бить дальнобойким оружием. То есть ударил, в принципе, и отбежал. Хотя я не шарю за него, какая у него здесь тактика. То есть в разных готиках он дерется по-разному. То есть где-то он такой осторожный, да, где-то, ну вот, не будет идти. Будет идти аккуратно, точнее, да? Где-то он порвется, на тебя сразу прыгнет без всяких этих. Но здесь, как я так понял, здесь тут должен был крупный быть. Мне кажется, это убежище мракориса. Он здесь должен отдыхать по-любому. Ночью. Мне кажется, ночью сюда можно за ним прийти. Он будет здесь отдыхать. Ну, что-то мне подсказывает. Похоже пещера на него, потому что крупных животных, кроме мракориса, тут и нет, по сути.
Иди сюда, мушка. Я научился шерсть не убивать. Ну вот хорошо их убивать, знаешь, когда у тебя много... Ну, не то, что много, когда у тебя довольно-таки хороший дэмэдж. Потому что если он у тебя низкий, просто-напросто вот эта тактика с беготнёй тебя замучает. А так вот, в принципе, можно неплохо их так осаливать. Так, волки. Попробуем тактику. Бей или беги. У меня все получилось. У меня все получилось, и это очень хорошо. Волки отхватили. А я живенький и здоровенький. Там еще через речку есть монстры. Еще не знаю, есть ли туда дальше по этой стороне монстрики или, не, или нет монстриков. Вот это огневая колючка. Вот такого я не видел еще. Может, видел, но не помню просто-напросто. Скорее всего, так оно и есть. Так, здесь аккуратно, просто... Опа, это что такое было? Ха. Эй, где текстуры? Подожди. Верните текстуры. Аккуратненько так пройдемся, чтобы сильно не злить этого парня. Чтобы сильно его не злить, быстренько здесь пройдем вот этих вот ребят, кого я тогда попустил. И, наверное, мы прокачаем сейчас ловкость, дабы одеть лук посильнее. Минус падальщик. Ну, я думаю, он не расстроится особо сильно, они для этого тут как бы существуют. Вот с Мракорисом уже шутки будут плохи. Нам просто пока что лучше его обойти, отойти от него и так далее. Так как если на него нарываться, просто будет очень больно и неприятно. Урона ты ему не нанесешь. Одного удара лапой хватит, чтобы тебя снести и все твои хп. Поэтому лучшая тактика будет в данном случае. Это просто... вернуться к нему попозже. Но надо его добить до начала, ну, пока глава не началась, чтобы опыт за него пролетел. Сейчас еще кое-что проверить надо насчет варгов на этих, которые вот здесь стоят. Смогу ли я их потянуть или нет? Ну, скорее всего, нет, потому что... Ну, это варги. Все, он загрелся. Побежал. А, ну, здесь они называются. Здесь они называются орчьи гончие. Ну смотри, я даже нанес критический урон. Это, наверное, вот это 10% то, что написано, мастер. Скорее всего. Ну, видишь, я, по сути, урон-то наношу, но это не тот урон, который ты хочешь получить для наслаждения. Это просто издевательство, я так скажу. Над игроком. А так, ну, как цель ближайшая, да, можно. Просто нужно немножко прокачать владение оружием. Опа, снайперы. Так, здесь мне, соответственно, тогда делать нечего. Ну, можно, конечно, попробовать их обойти. Посмотреть, чего тут вот на этой стороне. Вот падальщики — это прекрасные цели. Падальщики — это просто золото. То есть падальщика и грех не убить падальщика. Что, он за мной идет? Вот маленький гаденыш преследует меня. Преследует, да, до сих пор? Не, он идет не за мной, он идет поесть. А теперь за мной.
Это лучшая тактика просто-напросто. Это, ну, на самом деле лучше и придумать нельзя в данный момент, потому что, ну, все видели, что делают Маркарисы. А это из их стаи. Тоже убьет. Глазом не моргнешь. Моргнуть не успеешь. Здесь я не знаю, как я выжил. На самом-то деле. Я уже готовился загружаться на самом-то деле. Так, где мое мясо? Мясо меня возвращает к жизни. Спасибо тебе, мясо. Поел мясца и все, и жизнь прекрасна. Так, сделаем сейф. Там внизу... Опа, это гончие. Тихо. Не туда я пошел. Там внизу пляж. На пляжу я лежу. Делать там на пляжу нечего. Я так скажу. Там вот есть библиотека еще. Ну как библиотека, разваленная башня, там должна быть книга вроде бы, но там скелеты находятся, поэтому предположение мое о том, что я туда просто-напросто не зайду, ну, зайду и отхвачу. Дверь-то я, может, открою. Там какой-то то ли квест, то ли, ну, в общем, что-то лежит такое интересное. Ну, мы, естественно, сюда заглянем. Так, что такое произошло? Я ж держу мышку в зажатом положении. Почему ты прыгаешь? Так, ничего нету. Я думаю, он же не разобьется. Да ты что, гонишь, что ли? Ну, тогда будем применять наш излюбленный прием. Как ко мне, так и я. Давай посмотрим. Так, а что... Ага, я понял. Вот и скелет меня идет встречать. Не, в принципе, могу одолеть. Урон-то наношу, но сами видели, да? То есть один мой удар сносит там буквально крохотный лучик с хп, так скажем. Хотя, может, слышь, может, если я этих могу, может, я и на пляж смогу заглянуть. Здесь огненные ящерицы, я так по воспоминаниям. Ну давай попробуем, бог с ним. Как пойдет, так пойдет. Получится задолеть. Не получится, загрузимся. Ха-ха, слушай. Одну одолел, а вторую. Вот дурак. Хотя по 500 опыта, обалдеть. Это 1000 опыта за две штуки. Хрена себе. И как всегда не сохранился я. Ну, расчет был на то, что я типа, знаешь... Что я типа такой крутой парень. И все у меня получится. Ну, видимо, не судьба. Но в принципе можно их одолевать. Давай сохраняйся здесь. Вот так, если их затыкивать, в принципе. Стоп. Как так у меня получилось? Изначально. Ну, видимо, я словил с удачу просто.
С одного удара убивает. А если я попробую на них комбинации? Все же, для чего комбинации-то существуют? Ладно, комбинация. Вот твою дивизию. Вот немножко, немножко вот начинаешь уступать. В плане того, что немножко задумаешься и все. Ну, не то, что задумаешься. Вот сейчас. Вот она немножко сыграла, прицел сбился. Чик-чик-чик-чик. И иди сюда, Денис. Тут хоть сохраняйся после первой убитой. Ну 500 опыта, нифига себе. Красава. Умничка. Ха-ха! Ух! Горжусь! Горжусь тобой, боец! 1000 опыта! Там еще есть. Ох! Ёшкин кот, там 3 штуки аж. И как мне быть? И как мне быть? И что мне делать? Я не знаю, подскажи. Давай, короче, ну вот. Не будем хватать никого за хвост. Победили, хорошо. Вот этих, да, то есть. Допустим, непредполагаемый опыт, который ну, никто не должен был получить. Я получил. То есть, ну и хорошо. Все, взял, молодец. Не взял бы, ну ничего страшного. Я думаю, так надо на эту ситуацию смотреть. Как бы все равно хорошо, смотри-ка. Две ящерицы, 1000 опыта. 1000 опыта, за квесты столько не дают. Ну, либо дают, ну, такие какие-то, которые там тяжелые какие-то, да, которые, ну, не вот так, не, либо надо время потратить, либо еще что-то. Ну, я хоть время и потратил, тогда базару нет, но все равно. Просто за моба. Такое количество опыта, это просто подарок. А здесь что за мобы? Ох, вот эти я, ребят. Так, там снайпер, если что. Вот этих я, ребят, уже, в принципе, одолеваю. Давай. Я твоих сородичей более развитых завалил, а ты мне будешь выкобеливаться. Так, ну придется теперь, конечно, откушиваться из-за этого. Из-за моего проступка. А это сколько прибавляет? Ты что, гонишь, что ли? Че так мало? Давай, давай, восстанавливайся. Не торопись. Ты молодец. Я бы даже сказал умничка. Шнегов, как думаете, я уже готов побеждать или нет еще? Проверь. Нет, Шнегов, я еще не готов побеждать. Шнеги надирают мне жопу. А здесь стая волков, довольно-таки огромная. Я помню, ее обошел. Ух, ну вдруг в этот раз мне повезет. Давай, поехали. Идут толпой. Предполагаю, их тогда
Ну, в следующий друг серии замочим. В общем, время подошло нашей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Все. Bye.